Здравствуйте! О погоде на воскресенье, 10 марта, расскажу вам я, Карина Воробьева. Световой день составляет 11 часов и 31 минуту. Как сообщает гидрометцентр, по северным районам переменная облачность. Температура днем минус 6, ночью минус 18 градусов. Порывы ветра до 7 метров в секунду. На юге республики пасмурно. Днем минус 2, ночью до минус 13 градусов. Скорость ветра до 4 метров в секунду. В западной части Бурятии переменная облачность. Днем температура составит плюс 1, ночью минус 14 градусов. Скорость ветра до 5 метров в секунду. В Кяхте облачно. Днем ожидается 0 градусов, ночью минус 10. Ветер до 4 метров в секунду. В Улан-Удэ переменная облачность и без осадков. Днем в столице минус 1, ночью столбик термометра опустится до минус 14 градусов. Скорость ветра до 4 метров в секунду. С вами была Карина Воробьева. Берегите себя и своих близких.